Давай, тема такая. Могу читать, как Витя Ака. Могу читать, как Витя Ака. Сыграем? Начнешь или сыграем? Хочешь, я начну? Мне все равно. Начинать? Окей. Мастер So High, let's do it! Йоу! Раз, 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 раз. Йоу! 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 Короче, народ, всем запомнить уже пора. Я читаю, как Витя Ака, казино три топора, казино три топора. Я плачу и не трачу, поэтому этого парня я выношу, стреляя в пачу. На самом деле я бы съел из него гаспачо. Объясните, пожалуйста, откуда взялся этот мальчик? По-английски, как я уже говорил, говно это шайза. Этот парень взял и украл штаны у кингсайза. Если честно, мне на тебя смотреть, дружище, очень жутко. Твой папа-то знает, что у тебя его куртка. Ты, наверное, у него даже ничего не спросил. На самом деле этот парень true, супер, keep it real. Йоу, ну ладно, еще 4 секунды. Давайте послушаем, как зачитаешь зануду ты свой фристайл про то, что ты типа тру. В то время, когда ты тру, олигархи жрут икру. Могу читать и как Ака, но, конечно, не буду. Ведь я отдал дань другому блюду. А вот у тебя хорошо получается. Для рекламы казино возможность появляется. Парень ведь уже ходил на первый канал. И там, походу, как вы любите, рвали анал. Это ваши рифмы, ваши дела. Короче говоря, чувак, получилась рифма. У тебя, как ты, прямо и хотел. Витя затрёсся, сейчас он не цел. Думает, может быть, его отобьет народ. Такой чувак, как ты, поймет, как делать надо, как кричать, чтобы из казино барыги могли приторчать. Ты знаешь, кто ест икру, а я знаю, что такое хип-хоп тру. Самое главное в конце сказать хип-хоп тру, и тогда все на V1 батле орут. Попробуй, ублюдок, попробуй! Спасибо, спасибо за оценку. Попробовать хип-хоп тру! Прикинь, работает, чувак. Отличный вообще ход. Пользуйся, окей. Щегол. Да, щегол, согласен. Йоу, йоу, йоу. Йоу. Окей, окей, окей. Тебе не понравилось про казино, но это всего лишь издержки. Мне кажется, ты ничего не можешь без своей группы поддержки. Посмотрите, друзья, он выглядит как банк. Что это такое? Это кирешский вунданг, йоу. Ну и кто из них здесь этот мэн? Чел, который юзал в своих колготках член, который в панамке на самом деле крутой мэн. Я продолжаю рифмовать, братан, ты не Eminem. Уже другое тысячелетие, другой век. Ты здесь это маленький, вонючий, ссаный человек, который выглядит так, как сейчас никто не ходит. Объясните, пожалуйста, этому парню значение о моде. Дружище, ты не Мавроди, 90-е кончились давно. Твой стайл полное говно, говно. По-другому не сказать никак. Но если честно, в душе ты очень крутой чувак. Да, мода и выходит из моды иногда. Стиль остается стилем навсегда. И если ты считаешь этот стиль говном, то иди домой, глупый гном. Ведь ты не знаешь, что такое настоящий хип-хап. Походу ты парадники качать не рад. Ты можешь кричать по-любому, по-другому меня называть, но тебе меня не перечитать. Твою мать, ублюдок, на, получай. Мне не нужно тебя засирать. Просто знай, что тот, кто делает настоящий скилл, знаешь, что такое true, что такое real. Если я сейчас скажу хип-хоп true, вряд ли я взбодрю какую-то сестру или брата. Но для тебя кричать хип-хоп true теперь это награда. Красавчик, что не забыл хип-хоп тру добавить в последней строчке. Молодец. Йоу, братишка, ты сейчас не понял. Не-не-не, все, у нас два раунда. Мастер So High, мы начинаем сразу же следующий раунд. Это полуфинальный battle. И сейчас я буду доставать вещи. Ты начинал первым? Кто сейчас будет начинать первым? Мне все равно, пусть решает человек. Давай я начну. Тогда ты. Хип-хоп тру. Хип-хоп тру, ты начну. Тру. Целыми днями. Тру-тру. Заметно, заметно. Пацаны, сколько он вам платит вообще? Вы что, за шаверму орете, что ли? Мне кажется, вы не врубаете, что такое тру просто, парни. Да. Нигеры работают за траву, и так надо обращаться. Здесь ни одного нигера нету, братан. Здесь все белые русские люди. Что ты несешь? Поехали! Белый русский. Йоу!
Йоу, йоу, ты что-то говорил про черных, братан, танцуй лезгинки. Если ты говоришь про true рэп, вот тебе пластинки. Давай, у тебя дома есть по-любому какая-нибудь фигня. Мне кажется, что этот предмет вообще не про меня. На самом деле, вы пристали, мы с Максонами отцы. Если ты еврей, братан, у меня есть ножницы. И твой фристайл это какая-то похоть. Мне кажется, на пол упадет крайняя плоть. А, дружище, мой микрофон, он как вибратор. Я сначала подумал, что это нереальный калькулятор, но это оказалась клавиатура. И ты пьешь вермут, а у тебя дома она вся испачкана спермой. А есть еще что-нибудь? Ну, конечно же, скакалка. Ты знаешь, я гляжу на тебя, и мне тебя жалко. А, ты не хохол и не хохолка. Весь твой стайл — это какая-то многомерная барахолка. Ну и, конечно же, фломастер. Я уверен, что проигрывать батлы в полуфинале ты мастер. И ты сегодня покажешь свой скилл змею, конечно же, нон-грата. Пожалуйста, не кричите true rap, ребята. А, ну и, конечно же, немножко сигарет. Братишка, когда я выхожу на сцену, MC вот там омлет. Вместо того, что любят китайцы, это перепелиные свежие протухшие яйца. Е-е-е-е-е-е! А, рэп тру! Забыл сказать, да. Хип-хоп тру, ублюдок. И поехали! Братан, что это такое? Мне это не надо. Ведь я не похож на ватаката. Подари это кому-нибудь другому. Давай, поехали, следующее слово. Оу, да, эй, бэунс. Чувак, я сейчас устрою здесь танец. Ведь это Бергуси, знаешь, что это такое? Хотя нет, с музыкой у тебя все плохое. Короче говоря, я дальше качаю. О да, чувак, уже я начинаю. Кайф получаю, дай мне эту банку и я пойду. Галимых мусоров тачку найду и залью. Ведь это настоящий true хип-хоп. Знаешь это что такое? Нет, баллон, стоп. Короче говоря, иди изучай граффити. Ведь в таких ты играх победитель. Сега, далекий 90-й год. А сейчас ты понимаешь, кто тут урод. Кто кого срет, а кто дело говорит. Короче говоря, чувак, хип-хоп объединяет. То, что дали тебе, дали мне. Но это больше на твоей волне. Ведь я не знаю, слышь, как пользоваться, это мышь. Короче говоря, домой идешь, братиш, а я надеваю панковские перчатки. Врубаешься, чувак, время схватки. И ты пришел сюда получить. Что там у тебя еще? Я хочу всех раскачать. Хип-хоп тру. Я тебя приглашаю на батл по Mortal Kombat Ultimate. Я помню все бруталити наизусть, братан. Можем с тобой еще посоревноваться потом, когда-нибудь. Класс! Все внимание на судей. Это второй полуфинальный батл. Moonstar против Mixer. 3, 2, 1. Moonstar. Moonstar. Аплодисменты Микшеру.